Всем привет! Сегодня я готовлю для нашей семьи, для нас, особенно с Ильгизом, очень вкусную штуку. Вроде бы, казалось, простые ингредиенты, но вкупе это получается очень вкусно. Это куриная печень, уже обработанная, порезанная, помытая, отрезанные все жилки, опущена в жаровню и налито растительное масло. Туда пойдет морковь. Я это все делаю сразу, опуская, потому что печени куриной готовится совсем немного надо, это не говяжья, не свиная. Сразу все вместе это потушится. И я потом добавлю булгур. Немножко, пакетик у нас 450 грамм, ну здесь грамм 150, наверное, остатки. Когда будет готова печень. Печень минут 7 потушила, достаточно. Так, теперь я добавлю пару ложек сметанки, тут еще сметанки минут 5. Это обычная кислая сметана. Нет, даже не 5, минутки 2-3. Сейчас прокипит и добавим булгур. Посолим и добавим каждой любимые специи. Теперь засыпаем булгур. Делаем как плов, в виде плова. И наливаем водички. Воды немного надо. Так, чтобы слегка только закрыло. И на медленный огонь. Закрываем крышкой и пусть томится. Прошло 15 минут, и наше блюдо готово. Посмотрите, какая прелесть. Ой, ну этот булгур. Вообще. Его хоть с фаршем, хоть с любимым мясом, хоть с печенью, хоть с потрохами с какими, хоть просто так его свари. Ой, вообще классный. Вот классно, не булгура. Сейчас он подешевел, он летом как-то подороже, а сейчас опять подешевел. Ой, вообще классно. Я сразу 5 или 6 пачек взяла. Рассыпчатый, вкусный блюдо получается из него. Кто не знал, кто не умел, кто забыл, напоминаю, с печенью это вообще сногсшибательно. Для нас, для наших вкусовых рецепторов, это прямо бальзам на душу. Спасибо, что были вновь со мной, что пишете такие хорошие мне слова. Я рада, что вы у меня есть. Я прямо вот до безумия рада. Спасибо еще раз огромнейшее всем-всем-всем. Здоровья всем, хороших всем, хорошего настроения всем. Давайте будем вместе готовить, делиться рецептами. Всем пока-пока и до новых встреч!